Вы знаете, у меня такое впечатление, что у вас голос от природы гораздо больше, так раза в три, по крайней мере, чем тот, которым вы сейчас поете. Такое, Вера, впечатление, что он немножко заперт, он заперт. И работает больше всего горлышко, работает. И, вероятно, устает, и напрягается, и иногда бывает фальшивовато, и что-то не достаешь, потому что, знаешь, петь вот надо от пяток до макушки всей. То есть весь организм наш должен участвовать в этом. Но основное, чтобы дыхание. А дыхание, я очень наблюдала сейчас, оно вот так, очень часто. Прямо вот так нервничает дыхание. Положи руку, пожалуйста, вот. И последи, ты, наверное, знаешь, как дышать, да? Ну, то есть диафрагмой надо работать. И взяла, задержала, и медленно ты должна отдавать. И это надо натренировать, чтобы здесь была мускулатура, чтобы здесь... Само постепенно это становится просто, ты дышишь и поясом. Вот мои студентки, они даже об этом совершенно там, к четвертому, к пятому курсу не думают. Я не делаю замечаний по дыханию, потому что я вижу, что они совершенно естественно, это у них естественно. Вот они так дышат и задерживают, это надо натренировать. Потом ты очень любишь сдержать свой голос, сдержать, только не дать вот такой... естественный, а надо. Вот спой, пожалуйста, Гуальтьер Мальде и хороший Гуальтьер Мальде, прямо Е, чтобы это Е длинно тянулось. Подойдем. Тьер, пожалуйста, упрись в это Т и выпусти свое нет. Тьер, ты напеваешь, а я хочу, чтобы ты пела. А петь это отдать свой голос. Надо Луи, не надо Номе, Луисья, Малуисья, да? Сразу Номе. Куда ж ты набираешь, Вера? В грудь не бери, ниже, гораздо ниже. Номе, Луисья. На одном дыхании хватит тебе дыхания.